with Nye! И на вокалах. Тексты мы писали совместно. Моя идея. Это проект Игвальд. Кавер-версия на Warhol. Ну тогда тема только кавер-версия на Warhol. 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 Там не знаю, как хотите. А это три темы. Первые три темы – это Хигевальд. Писался под воздействием группы Кхолт. Ну, как я вот уже потом дальше слушал, похоже чем-то на... Похоже и на Абсурд, и на Warhammer. Ну, я их, честно говоря, не слушал даже. Ну, больше на Абсурд. Мощный альбом получился. Оформление тоже жесткое сделал. Кровавое. Total War, можно сказать. Писал я ритм-гитару еще в 2007 году далеком, когда первый раз услышал Холл 2001 года. И под его воздействием я придумал такую музычку. Это очередной... Ты смотришь очередную серию Metal 3. Warhol в своем проекте Фигевальд. Cyberbug Digital новая. Новый став. И расскажу о своем проекте Warhol. Warhol. Это мой проект, который я создал в 2016 году. Вот.
этот проект в основном посвящен тематике Украины. То, что происходит у нас сейчас с Россией, война, узурпация власти. Вот. В общем, как говорится, слом старых парадигм происходит. Он очень болезнен для масс. Сейчас идет такой процесс, как выбраковка. Вот. Ну вот, может, плохо видно. Вот, ты увидел в прямом эфире, как я раз это самое распечатываю. Рекомендую, покупайте. Этот проект я издал на Кульбис Рекордс, на Депрессив Иллюжн Рекордс, ну и вот на своем лейбле. Тоже в первую очередь. Этот альбомчик я издал, да. Что-то как-то кривовато показалось. Ну вот такое музло. Ставки всякие. Еще я сделал на Warhol в этом году сингл. Тоже посвятил войне в Украине. Это Новая Россия, это Лугандония. То есть сингл Во называется война. К сожалению, про мирную жизнь ничего не получается. Как говорится, чтобы сломать старое, нужно уничтожить. Фу, чтобы построить новое, надо уничтожить старое. Ну, это уже какими методами, то другой вопрос. Ну, а что, другими методами есть другие способы, конечно. Это был первый трек. Назывался он Demographic Decline. О. Сейчас будет Take your subscription and fuck. А третья будет Collector's Illusions. А четвертая War Hands War. Кавер на Warhol. Ask yourself, for your own, live for one is another thing. You'll get the answer pretty low. Maybe it's New Year. Am I fair? Only with myself, but all you know is not your will. Separate from this society is a big, it makes you back door, it makes you back door, a sock in the end, I'll ask you to attend, it's unified, to be жесткий альбом. Ну все, подписывайся на мой канал. Это была очередная серия Metal TV и штаб от CyberMax Digital CMD070. Проект Игвальд. Все, пока-пока.
подписывайся на мой канал, поддержи украинскую сцену. Украинская сцена есть. Многие ударились семьями, завелись, будут рабов рожать. Вот. Как бы, что там, бизнес ударились, что-то пошли не по тому пути. Ударились программисты, чтобы быстрее разрушить этот мир. Ну, чтобы долбоёб. Что могу сказать? Надо музыку писать и быть человеком. Пока-пока. Оставайся человеком.